Мы находимся около новой моей гибридной формы, правда, испытывается уже 5-й год, одной из любимых моих форм. Пока селекционный номер я исключил, просто индексом NN, что представляет ранний срок созревания. Урожай уже собран, осталась одна кисточка. Естественно, ягода меньше, чем надо, но там... Здесь в пределах 15 грамм и более сохранились. Да, вкус бесподобный. Очень гармоничный. Мясисто-сочная ягода. Устойчивая к болезни, к морозу. Гибридная форма. 5-й год испытывается. Я доволен ею. Вот так.